Иди к своему боссу. Если Отце Берг не трус, пусть приходит за мной сам. Ты совсем с ума сошла? Что мне оставалось? Они бы прикончили нас, даже Алитея смылась. Но зачем было убивать их? Что там у вас? Грохот, как на поле боя. Все в норме, Алана. Но на многое не рассчитывай. Похоже, в Анимусе повреждено определенное воспоминание. Все потому, что ты выдернула меня. Мне пришлось. Нытье не починит компьютер. Файлы памяти перезаписывают друг... Знаешь что? Я хочу побыть от... Не так уж долго пришлось ждать, а? Я восстановила воспоминания. Можно работать дальше. Раз Абстерга в курсе, надо торопиться. Ты же понимаешь... Пойми и ты, почему я не могла поступить иначе. Просто... Теперь они знают... Виктория, ты должна мне поверить. Я знаю, что делаю. Я твой друг, Лейла, но помни, я еще и твой врач. Я не могу закрыть глаза на то, что с тобой происходит. Все в норме. И хватит... Как чертик из коробки. Алитея, спорим, даже ты не смогла предвидеть ту засаду Абстерга? Не совсем так. Но раз их нет, а ты готова? После такого клиффхенгера в Элизии еще как готова? Взаимодействуя с откровениями Хранителя, Алексиус обменивался знаниями с Жезлом, а значит, посредством Анимуса, и ты тоже. Кстати, старайся не терять головы. Удачи, Лейла. Всем привет, мы продолжаем играть в Кредо. Такой у нас был перерывчик из-за того, что нас выкинуло из Анимуса. Спасибо Абстергу. В принципе, это должна быть, по идее, уже последняя миссия. Отбиться от Цербера. Я не знаю, насколько это будет легко или тяжело, но надеюсь, все получится. Ой, боже, дай бог, так сказать. Сначала нужно поменять меч, потому что этот меч хорош, но он не дает урон ни ядом, ничем. Или оставить его. Он дает неплохой урон от способности воина. В принципе, от воина дает неплохой урон. Так. Ну, сейчас будем драться с Цербером. Цер? Славный пес. А? Славный. Плохой пес! Боги! Сэр, что с тобой случилось? Да, я снял этот. Может, надеть его обратно? Я забыл, я снял херню, которая воскрешает меня раз в 2 минуты. Может, его надеть обратно, блин?
Плохо. Затянется, судя по всему, это сражение у нас. О, боже! Сэр! Что с тобой случилось? Так, во-первых, давайте мы сменим реально. Можно? Нельзя. Я бегаю, блин. Меня не остановит эта псина! Ну, я бы не был так уверен, честно говоря. Брать другой меч. Этот меч хорош, но не в этой ситуации. Мне нужно навешивать на него какие-то дополнительные эти. Потому что я его так буду колотить долго. Не бог. А это что? А, он воспламенился, класс. Просто шикарно. Я прям горю желанием сражаться с огненным противником, который постоянно горит. Обожаю этого противника. Где-то в области его задних лап. О, отлично! Конечно, злиться, я ему только что в задних лапах. Между задних лап ударил меня. Я бы тоже злился. Что люди хотят узнать?
бедный Цер, мне его так жаль. Можно его как-то воскресить, поднять? Нет. Посох мертвых. Давайте посмотрим, что там за посох мертвых. Посох мертвых. Охотника, яд. Прирученные чудовища наносят урон от яда. Таинственность часто используется. А ну-ка, как он выглядит? Выглядит пафосно. Давайте возьмем его на пару минут ради прикола. В любом случае, это, скорее всего, уже заканчивается. Войдите в царство мертвых. Если мне сейчас придется еще и в царстве мертвых все это в этот бегать долго, нудно развлекаться, то я с ума сойду просто. Ты воняешь жизнью. Аид. Последним, кто смог уйти от Цербера живым, был Геракл. Но этого воителя пестовали вдвоем Афина и Гермес. Скажи, кто нянчится с тобой, смертный? Кто помог убить моего пса? Я Алексиус из Спарты, хозяин орла Зевса, хранитель жезла Гермеса, носитель копья. У тебя много покровителей. Я тут очутился не по своей воле. Но... Из-за тебя в моих владениях хаос. Без... Найди другого. Ты найди другого пса! Жаль, что тебе пришлось это увидеть. У нас в семье буйные... Ладно, скажи, где ты держишь многоглавых чудовищ? Нет, 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 хранитель. Мой дом, мои законы. Здесь четверо врат. Взамен одного стража на все врата. Найди мне четверых. В моем царстве множество царей и героев. И худел? Что за человек может заменить Цербер? Человек нет. Но герой, чья слава без... А если я не сумею их найти, что тогда? Границы между миром живых и царством мертвых истончатся. Гнусные твари, запертые в Тарта... Научи... Ох, тяготы пути хранителя. Это... Знаешь... Вот, вот что ты натворил. Они теперь... Ладно, исправ. Мы с братом поспорили, удастся ли тебе выполнить задачу. Я поменяю снова на меч, потому что мечом реально удобнее его бить. Их точнее бить. Так. Воу-воу-воу. Тихо. А, десинхронизация.
Очень мало хп, честно. Не очень удобно сражаться. Но в любом случае мы продолжим это все делать уже в следующей серии. На данный момент мы на сегодня закончили. Победили Цербера. Этого хватит, честно. Я подустал. Продолжим же в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Буду рад вас видеть. Всем пока.